Мороз и солнце – день чудесный. Лучшего занятия, чем лыжная прогулка, для такой погоды не найти. Так посчитали не только воспитанники школы Олимпийского резерва, но и республиканские чиновники. Приобщалась к спорту вместе с ними и наша съемочная группа. На старт, внимание, марш! Почувствовать себя настоящим спортсменом сегодня мог каждый желающий. Хорошая погода, новая свежепроложенная трасса и теплая компания. Что еще нужно для приятного субботнего отдыха? В этом году, можно сказать, мы с Ларисой, супругой, приехали сюда покататься, просто себе удовольствие. Ну и кроме всего этого, мне докладывают, что лыжня готова, все, можно приходить кататься. Я еще, можно сказать, приехал с инспекторской проверкой. Лыжи катятся сегодня хорошо, погода вообще прекрасная. Дай бог, вот данная погода сохранялась на новогодние и рождественские каникулы. Было бы здорово. Готовность лыжной базы к новому сезону проверил и глава администрации столицы Алексей Ладыков. Мы действительно сегодня вышли испытать лыжню, вышли покататься на лыжах. Огромное удовольствие получаем от этого и призываем всех горожан заниматься спортом в данный момент с зимними видами спорта. Хочу всех также поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов, удачи и всего самого наилучшего. Заряд бодрости и отличного настроения получили сегодня все участники лыжного кросса. Любители активного отдыха, объединенных любовью к спорту, в Чувашии с каждым годом становится все больше. Растет поколение, сильное и телом, и духом. Да здравствует лыжня! Ура! Слава! Спортсменам! Ура! Чебоксары! Ура! Ура! Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.